Справиться с последствиями стихии пострадавшим помогают спасатели. На помощь приморским сотрудникам пришли специалисты из соседних регионов. Аварийно-восстановительные бригады трудятся в 6 муниципальных районах края. В первую очередь спасатели восстанавливают школы, детские сады и муниципальные учреждения. В основном люди пожилые просят поднять мебель, перенести, то есть помочь вынести мусор, нанесенный сточными водами, во дворы, в дома, восстановить заборы, ну также строения домашних, хозяйственных.